Шалом, Хаверим! Шалом, дорогие друзья! Вот к чему приводит, если детям подарить выжигатель. Это моя внучка Катя выжгла вот такого утенка. И он у меня стоял то там, то сям. Ну, то его где-нибудь подвешиваю за что-нибудь. Ну, не стоит он никак. И вот я, короче, взял эту... Решил сделать ему такое, ну, какое-то основание, определить ему место. Прежде всего, мы с Халей лазили по лесу, по согре, и нашли вот такой гриб. Гриб здоровый, огромный. Трутовик. Ну и Халя, короче, взялся его тащить. Тащил, притащил. И вот у нас созрел такой план. Сделать полочку для этого гусенка. Для этого утенка. Врезали такое деревянное основание в него, в структуру этого гриба. И все это посадили на клей. Сделали крепеж. Теперь это вешается у нас на стенку и висит. Превосходно висит. Вот у нас теперь на стенках трутовики растут. Так что, Катя, привет! Видишь, какой получился у нас шедевр совместный. Ну, пятачок этот, конечно, это тоже умелый пятачок. Какие-то там подрозетники выпиливал. И вот врезал я туда эту пяточку, четко врезал и посадил на клей. И вот теперь все это в общей сложности. Вот так вот выглядит. Рабин Ахман. Ну, мы еще лаком только не покрыли. Покроем лаком. Ну, и так красиво. Благодарю за внимание. Да, раба.